некоторые, мягко говоря, размышления. Но я считаю, что если мы его проголосуем сейчас, то то, что мы обсуждали, передать городу 48 гектар земли для устройства кладбища, а вот гериатричного пансионата. То есть ничего плохого не случится, если мы сейчас это проголосуем. То есть, а юристы потом доработают. Да, значит, он пойдет в работу. Нет. Да, Александр. Добрый день, уважаемые коллеги. Игорь Александрович, не могу с вами согласиться, поскольку этот проект решения вызывает непонимание определенное. Читаю проект решения. Вижу Николаевский гериатричный пансионат, который находится в коммунальной собственности области. Вижу, что у него земельный участок, который ранее отводился райгосадминистрации Жахневого района еще в 1997 году. Вижу, что это тема сельскохозяйственного назначения. И совсем не вижу компетенции города для принятия решений по этим вопросам. Мы записываемся в самозванцы? Если да, то давайте понимать эти последствия. Мы не понимаем, какие проекты решений мы готовим. Но если да, давайте определять людей, которые их готовят, и давайте, чтобы они несли соответствующую ответственность за то, что они подготовили. Вопрос идеи, чтобы этот земельный участок в конечном итоге перешел под кладбище городское, может быть, имеет право на жизнь. Я не оцениваю, хорошо это или плохо, да, правильно, неправильно. Однако есть установленная законом компетенция. И пока то, что я вижу, это как минимум компетенция либо Жахневого района, либо области. Давать сейчас разрешение на видновление меж земельной делянки, при том, что у нас границы городские не вынесены в натуру, и мы не понимаем, где этот земельный участок находится, то есть на территории города, может быть. Но тогда покажите конкретные документы, где видно, что это земельный участок, территория города и наша компетенция. Если таких документов нет, тогда давайте мы посмотрим героев, которые подготовили этот проект решения, и зададим вопрос, чем они руководствовались при его подготовке. Спасибо, Александр.